Как сообщает сайт Kremlin.ru, сразу после оглашения послания президента премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. По завершении выступления Владимира Путина состоялась рабочая встреча премьер-министра с главой государства. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи обсуждались инициативы, озвученные главой государства в послании, и вопросы, связанные с реализацией его положений. В своем послании Владимир Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабинета министров. В соответствии со статьей 117 Конституции правительство может подать в отставку. В случае отставки правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства. И еще одно важное сообщение. В ближайшее время появится должность заместителя председателя Совета Безопасности. На этот пост будет назначен Дмитрий Медведев.